в семье главная мама. Она за всеми отвечает. И за папой тоже. Папа иногда играет свою игру, и мама его заставляет уже обедать. А он никак не может оторваться. Папа, потому что он мужчина, и он должен экономить больше. И он даже зарабатывает. Мне кажется, то, что все должны быть наравне. Отец. Папа могут устраиваться на самые дорогие работы, потому что говорят, что мальчики все самые умные, и они могут получить хорошую работу, где много-много денег дают. Мне так кажется, что должен быть главная мама и папа, потому что они взрослее всех, и они купили этот дом или построили. Папа заботится о всех, потому что мамы не могут столько много дела переделать в доме. Они и готовить должны, и убирать за всеми, и помогать, и гулять ходить, и все то, что нельзя за день сделать. Мама мне говорит, то, что самое главное в семье – это папа, потому что он может состоять и за себя, и за семью. У меня самая старшая сестра – это сестра Арина. Ее надо слушаться, потому что она никогда не пожелает плохого. Папа может быть и ниже мамы. Но все-таки надо выбрать человека, который больше всего что-то для дома сделал, который, выбирал мебель. Меня младшую сестру зовут Вита. Она любит со всеми поиграть. И у меня еще есть сестра, ее зовут Вика. Она тоже со всеми любит поиграть. И у меня есть младший брат, его зовут Мирон. Он всегда куда-то хочет полазить. Кто главный? Никто. Что главный в семье? Может быть, ты? Нет, я точно, потому что я еще не умею семьей орудовать. Но я знаю, что точно взрослые самые главные. Это дедушка, бабушка, папа, мама, родители папы и мамы. Да, или даже старшая сестра. У тебя есть, настроение, к примеру, а у мамы нету настроения вечером, а у мамы еще целая гора посуды, то ей можно либо помочь, либо самому это сделать. Я хочу много приносить своей семье денег и пользы, чтобы мы были хорошей семьей. Еще я знаю то, что самое главное в семье это могут быть собаки, потому что собаки могут за всю семью постоять, и за маленьких детишек, и за хозяев. Моя собака только наоборот, она наоборот боится всех, а подружиться хочет. Каждый новый день.